Всем приветик, с вами Алена, и вы уже подумали, то, что я возвращаю рубрику «Хейтеры». Но нет, это будет обзор на притуберов, и это будет Glitter Force Sweet Universe. Ну, если вы не знаете, то с моей улыбки и стука сердца была адаптация, которая называется Glitter Force. И вот этой адаптации были русские дубляжи. Ну, наверное, вы знаете из одного из прошлых видео. Так вот, оказывается, еще есть Glitter Force Sweet Universe. Ну, это канал фанатский. Давайте разберем. Так, описание. Ну, понятно. Там будет еще какой-то фильм Friendship of Rescue. Это мне напомнил Prequel Stars Friendship to the Friends to the Rescue от Brazy Girl. Теперь посмотрим видео. Первое – это первые трансформации. У нее очень громкий голос. И это что? Дочи и Чики усами? Ну и трансформация какая-то странная. Она просто стоит и уже стала Кьюа. А могла бы добавлять у себя, ну, все, что есть у Кьюа, и комментировать это. У него то же самое, что и у прошлой. И мне кажется, или это мальчик. Мальчик в Киа, но есть в Киа Винг, и он есть. И он сделал деп в конце. Я ничего не понимаю, почему у нее другое название в ее форме Кьюа. Почему тут Джи и это что мат? Но она говорит, а что говорит что-то другое. Ну, прям слизано с Аой из Кира Кира Прикиаля Модо. То есть, групповая трансформация. Это монтаж, там добавили прошлые трансформации. Это выглядит несуразно и не попадает в липсинг. Ну, а так очень странная трансформация. Они просто стоят, и вдруг они становятся Кьюа. Я об этой проблеме говорила раньше. На настоящую Кьюа Каскарт она не выглядит. Я забыла это сказать, простите. А вы не оглохли на этом видео? Так вот, в конце они просто сказали, как их зовут, и даже не назвали свою команду и не прыгнули. Что за дела? Следующий, подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Вот это попрощайка, или как его зовут. И мне кажется, то, что он из Испании или Италии. Апсевдомин Прикюр Алдапс. То есть это все дубляжи Прикюа.
Ну, раньше такой канал. И почему он не поменял псевдомин? Странно. А какие дубляжи были в этом канале раньше? Наверное, как здесь. Ссылка на полное видео в описании. Далее у нас это, можно первый раз увидит Sweet Universe. Хотя у них была первая трансформация, а тут уже место стыковочка. Но это типичный конец опенинга Glitter Force. В конце, как 25-й кадр, логотип Glitter Force. Ну а еще это она нарисовала или где-то спиздила? Это не мат. Это не мат! Как это спиздила не мат? Я не хотела это говорить. Чё себе не мат? Ну, далее это 30 лет Glitter Force, что они только появились в 2016 году. Следующее, оказывается, то, что автор канала у нас работает в студии или кто-то дал концепты, но не говорит, где это взяла. И автор просто нарисовал персонажей и говорит то, что это круто. Если кто не понял. Чё? И он даже перегрузил свой голос, это очень странно. Так, у нас теперь все настоящие Brawl the Glitter Force. Они появились в 93-м. Интересно, а Netflix'а там существовало? Это не прикио, это какое-то аниме. А это очень новое для 2005-го. Это вообще Мадока Магика. А это вообще не при QA и не по концепции, как Махо Сёдзе. Это вообще токийские кошечки. Это вообще-то принцесса Туту. Опять новое для года, который это было. А в третьем появляется, а в пятом появляется Прикио, значит. Шайни Люминесо пофиг из-за их. Это очень смешно. Причем цветы в сезоне про музыку. Это в 17-м появился. Это в 16-м. И такого сезона не существует. И Киоэху в сериале не было. А почему в 21-м появился Стартвинкл? То есть мерцающие звезды. Ну и понятно, в конце это самоделка с оригинал автора. Так, а что будет в сейчас? Ну, в будущем. Если что, ну, знак Glitter Force, ну, умер. И теперь не будет их. Вот это сезоны, я понимаю. И где остальные сезоны? Так, а тут вообще прикиа будет. И какие сезоны будут в 2004-м? Там есть 10 вариантов. Ниндзя, какие-то тверф, сказки,
Айдолы, звери, сезоны, океаны, еды и 5 девочек. Какие-то странные идеи. А это что такое? Я ничего не понимаю. Там какие-то персонажи, не подходящие к прикиа. Может, это и прикиа. А это заставка. Это самокопировка Рио. А это точно Каскард. Ну почему она карамель? И почему она грустит? И это что? Шестой Рейнджер? А в конце мы это уже видели. Также есть трейлер. И там просто ничего нет. Просто трансформация Glitter Whip и заставка. Но в конце появляется вот это. В сентябре 28-го. Это что, через 3 дня получается? И откуда это взято? Дальше история логотипов. Так, логотипов для юбилеев. Она даже не первая кьюа. А вот и опенинг. Ну тут просто зацикленная заставка Glitter Force. И постеры, которые как-то успешно сохранились. И в конце медленная заставка 30-летия франшизы. Ну и она почему-то удалила эти... Он удалил эти фотографии постеров ранее. И он решил создать новых персонажей. И мне кажется, вот эти персонажи не были в этом аниме. Они как будто новые. А еще они там стали новые... Миркл и Маджикал. Ну окей, и в конце есть новый сникпик. А на каком языке она себя все сказала? А это кто? Я ничего не поняла. Она сражалась с Джулио, потом увидела какую-то волшебную палочку, она вспомнила кого-то, и, скорее всего, она начала драться. Я ничего не понимаю. Так вот, через день этот сезон будет. Так что всем пока.